Ранним утром пятницы на улице Суворова, недалеко от остановки «Вторсырье», автолюбитель, потерявший контроль над машиной на скользкой дороге, спровоцировал столкновение с автобусом. Виновником аварии стал сотрудник дорожной организации, который на личной машине ехал на работу. В это трудно поверить, но в путь по сплошной корке льда хабаровчанин пустился на летней резине. На заднеприводном БМВ, лишенном какого-либо протектора, он каким-то образом двигался в сторону проспекта 60-летия Октября. Чудо не случилось. Седан в какой-то момент стал неуправляемым. Его кидало из стороны в сторону по всей проезжей части. 42-летний шофер Део, который двигался во встречном направлении, заметил опасность издалека и пытался избежать столкновения. Мужчина надеялся, что ушедший в занос седан пролетит мимо. Этого не произошло, БМВ ударился о Део. Столкновение было мощным, водитель легковой машины какое-то время не мог выбраться из-за руля. Помогли ему в этом шофер автобуса и кондуктор. Мужчина находился в сознании. Он ударился головой, у пострадавшего сильно кровоточило ухо. После осмотра в больнице серьезных травм у виновника ДТП врачи не нашли. 4 пассажира, которые ехали в салоне автобуса, тоже опасных травм не получили. Одна из женщин ударилась лицом о ручку кресла перед собой, но обращаться за медицинской помощью не стала. Восстановлению легковая машина подлежит вряд ли, автобус ждет серьезный ремонт. Страховой полис у ее владельца имелся. С места происшествия Юлия Рябцева, Анастасия Манина и Павел Рогатин.